Илья Лагутенко сразу после концерта попал под нож хирурга. Артисту вырезали аппендицит. Теперь под угрозой срыва гастроли группы «Мумий-тролль» в Америке. Естественно, мы волновались, что же там произошло. Да, аппендицит, это могло быть все что угодно. А все-таки операция, надо резать. Через несколько минут после того, как Илья ушел со сцены, он неожиданно почувствовал себя плохо. Илья сказал, что у него немного болит живот, поэтому поднялся в номер раньше нас всех. Утром группа улетела в Москву без своего солиста. Так бывало, чтобы не вставать рано утром, а прилететь, скажем, днем. Когда группа приземлилась в Москве, им сообщили, что пока они летели, Илье вырезали аппендицит. Мы узнали, что он каким-то образом сам попал, доставил себя, свое больное тело в больницу. Операция прошла успешно, но еще несколько дней Илье придется провести в больнице. Илье врачи запретили какие-то резкие движения делать, ну, в течение недель-двух-трех. Все концерты из-за этого пришлось перенести. Никакой отмены нет, мы их перенесли на более теплое время года. Все нормально, не переживайте, нас так просто не возьмешь.